Ой, какая песня! Еще и атака! Ой-ой-ой-ой-ой-ой! Вот это может быть интересный бой. Я на турбине, на фул фарше. Ой, сейчас будет интересно. Так, я еду направо. Сейчас мы быстренько приедем, и как начнем со всеми драться. Ой-ой-ой-ой-ой. Хочется на нем покатать сейчас, раскрыть его полностью, в полной мере. Катаюсь сейчас на золоте, потому что эта пушка стоковая. Вот, а как возьму топовую пушку, уже будем почаще на ББшках стрелять. Так, пожалуйста. Ну, блин, я турбину поставил, чтобы успеть доехать, а не чтобы тараниться. Ё-моё. Ну, о, та-то пос... Та ты что? Другое дело. Он двигается, наконец-то. Все. Танк приобрел скорость и поворот. И поворот. Нормально. Там-там-там. Скорее, 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 спешим, спешим, спешим. Блин, не хватает рации, чтобы видеть танк союзников на ноле. А почему я этих вижу, а тех не вижу? Как это так работает? Ого. Ну. Я могу сказать то, что я сам лошару. И на этом мы можем закончить. Стыд и позор. Хороший бой. Начало замечательное. Как вам, мужики? Хорошо? Только поставил турбину, чтобы быстро приехать и сдохнуть, блин. Ой, я дурачок, ой, я дурачок, дурачок, дурачок. Ну что, мужики, бывает. Первый приехал, первый получил. Ага. Да знаете, что-то я так поспешил, думал, я такой сильный, могу сейчас со всеми там бодаться, драться, а что-то там ошибся, тут ошибся, и все уже. И хп уже нет. Отлично сыграно. Да, спасибо. Ну, жду момента. Теперь жду момента. Опасно. Я шотный. На стриме должен быть бой в стиле пивной банки, да. Именно сейчас это и на экране и происходит. Может, на ноль поехать? На жердочку встать вот там, вот на эту горочку. Аноним поставил? Да. Аноним стоит, ребят, аноним стоит. Передом. Передом. Опа! Видулька. Ну-ка. ББшечку заряжаем. И сводочка под водочку. И бум. Зашло. А, можно обновить? Пожалуйста. Пожалуйста. Можно со свет? Пожалуйста. Не светит. Эх, не светит, союзничек. Так, блайнды покидали. Погнали, повыше залезем. Блин, чувствую себя бесполезным. Чувствую себя бесполезным в этом бою. Ну чё, сейчас под красную линию залезу. Как встану. Та-ра-та-та-там. Мимо. Мимо. Опа! Опа! А кто это такой? А что это? А что мы это тут? Что вы делаете в моем холодильнике? Ну, неплохо. 500 урона. Ого-го. Ого-го. Бэбро, это что, реально ты? Бум. Интересно, хотя бы один блайнд зайдет? Интересно будет потом поглядеть. Так, я предлагаю ехать дальше. Штурмовая ПТ, которая на два выстрела. Асу, да, это вот факт. Да.
Я вот тоже об этом задумываюсь, так, типа. Это вроде бы штурмовая ПТ, которая должна драться в упоре, но при этом у нее ХП на 2 выстрела. Как-то слабовато. Поэтому, наверное, и ставят на нее закалку, чтобы она была не на 2, а на 3. Да? Получается так. А ты говоришь, что бесполезно. Ну да, целый фраг. Целый один. А он до сих пор там. А ну, блядь, да. У Вены, конечно, их вообще нет. Блин, к этой тачке стоит привыкать, реально. Как думаешь, брать из ТРВК? Как не, там, по-твоему? Не бери. Анализ, дай позицию. Не бери, не бери вообще, не бери, не бери, блядь. Трону, блядь, не будь дураком, не надо. Не бери, добьем! Не бери! Смотри, сейчас блайнд будет с уроном. Бум! Убил! Скилл. Вопросики по скиллу задаю. Мы друг друга ёбнули, все видели? Ничего себе. Сменил ВЗ и включи аноним. Да я включил аноним, я пердом. Я же с аноним сейчас катаю, у меня ник пердом. О, полторы! А вы не верили? Что? Что? Вы видите? Алло, вы видели? Серьезно, я 3 раза его пробил. 2 блайнда зашло. Обалдеть, а вы не верили, что... Чувак, ха, ты что? Вот это красота, даже в таком бою исправился, ты представляешь? Ну, конфетка.